Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и как быстро пролетает время, и уже 16-й каталог заканчивается и начинается 17-й каталог, который завершает год 2019, и это чудесный каталог от компании Oriflame. Несколько новинок из каталога я вам сейчас покажу, и мы начнем с самого, мне кажется, интересного, то что ждут все, это скатерть. Вот такая вот классная новогодняя скатерть с необыкновенно таким принтом ярким, сочным. Размеры скатерти 200 на 145, то есть она подойдет для достаточно такого большого стола. Ну, стол все-таки нужно померить заранее, и сейчас посмотрю, как она сделана. Все хорошо везде просторочено, она односторонняя, то есть с одной стороны, если мы смотрим, она совсем прозрачна, а здесь у нее яркий красивый принт новогодний, веточки, елочки, шишечки, такие ягодки, то есть очень такая прям новогодняя классная скатерть. И конечно, вот все вот эти аксессуары, они придают празднику больше такой яркости, волшебства, поэтому я очень люблю готовиться к Новому году. И в прошлом году я себе покупала уже скатерть от Oriflame, она была такая светлая с золотым орнаментом, и конечно, она у гостей был просто в восторг, все смотрели, говорили: о, какая красивая скатерть. И в этом году тоже скатерть просто необыкновенная, супер. Вот мы ее с вами посмотрели, большая, красивая, легкая скатерть. Следующее мы с вами посмотрим детскую серию, это у нас будет аромат русалочка, русалочка и рыбка, и мыло, новое мыло. Я хочу аромат понюхать, я очень люблю все нюхать, поэтому аромат, ой, он естественно без каких-то там, без спирта, без всего. Ой, как вкусно пахнет! Почему для взрослых не делают такие ароматы? Это очень вкусно, я не знаю, у меня сразу слюноотделение, мне кажется, какими-то конфетками пахнет, какими-то вот вкусняшками. Очень вкусный. Я когда своей племяннице подарила аромат, мыло и бальзамчик из серии Рапунцель, она просто в восторге, насколько девочки к этому относятся, вы не представляете, они как маленькие принцессы, она этот аромат бережет, она его ставит на самое видное место, она сразу даже по-другому стала себя вести, вы понимаете, это вот настолько девочки просто необыкновенные. Будет у нас еще новинка в серии смягчающих средств. Я очень люблю все новые смягчающие ароматы, то есть смягчающие средства с новыми ароматами, поэтому возьму обязательно, и интересно, какой в этот раз. Ой, какая вкуснятина, станет моим любимчиком, только я не помню, что здесь у нас за аромат и где его искать, тоже не помню. Вот он в конце. Это специальное смягчающее средство с маслом абрикосовой косточки, очень вкусно пахнет, абрикосик, прям абрикосик, и баночка такая красивая, нежный такой персиковый цвет у нее. Кстати, классный подарок, всегда можно дарить средства смягчающие любому человеку, неважно мужчина или женщина, главное рассказать, как им правильно пользоваться, то что смазывать все местечки, где у нас сухость, кутикула, губы, носики, там колени, пяточки, локти, самое главное, всегда проблема у людей с локтями, мажьте каждый день, локти будут как у младенца, ровненькие и гладкие. У нас будет новинка, тушь в новогоднем дизайне XXL, мы сейчас ее с вами откроем. Всегда тушь приходит запечатанная, то есть такая в пленочке, это очень хорошо, потому что тушь, если вы открыли, ее нужно использовать, кстати, здесь должно быть написано за сколько, за 6 месяцев, но вообще я рекомендую, все косметологи рекомендуют тушь использовать в течение от 2 месяцев, 2-3, 1-2-3, и менять. Вот такие, все в снежинках, это такая яркая, темно-темно-синий цвет тюбика, и сверху серебристые снежинки, смотрятся очень здорово. Кисточка точно такая же, как у туши XXL в зеленом футляре, кисточка точно такая же, потому что у нас есть две туши 5 в 1, у одной кисточка кончику сужается, а у этой она такая же широкая, как и в начале, то есть она просто изогнутая, так что имейте в виду. Но мне вот эта тушь по консистенции понравилась больше, чем 5 в 1, потому что она полностью смывается водичкой, кисточка бесподобная. Я себе такую закажу обязательно, я люблю новые упаковки, новые дизайны. У нас несколько коробочек,
такая есть большая, начнем с большой, и в ней нас должны ждать, смотрите, уже сразу красиво оформлено в новогодней такой тематике с орнаментом, и в ней нас должны ждать новые аксессуары. Это бижутерия, вау, жемчуг. То здесь у нас колье, браслет и серьги-гвоздики. Смотрите, как красиво сочетаются жемчужины и золотые бусины. То есть это вот праздничный яркий эффектный набор. Я не буду его извлекать, скорее всего, потому что он так там весь привязан, запечатан. Я его оставлю в таком виде. Следующая коробочка чуть поменьше, где-то в три раза, и в этой коробочке у нас тоже, я даже знаю, что здесь. Я когда увидела это на картинке, как-то неудобно открыть, не могу вынуть. Миш, помоги, пожалуйста. Я когда увидела на картинке, думаю, нет, нет, зачем вы это сделали, я так это хочу. Сейчас покажу, сами поймете. Я не знаю, буду я заказывать или нет, но я такая сорока, я люблю новую бижутерию. Кстати, вот у меня все время бижутерия Oriflame, все спрашивают, ой, какой у тебя всегда красивые серьги, какие красивые ожерелья. Та-дам! И тут еще нужно открыть. А, нет, это не то. Значит, в другой коробочке будет. Это ожерелье и серьги в форме узла. Смотрите, как оригинально заплетены. У меня, кстати, есть такие гвоздики, только мои, да, точно такого же размера, они были в наборе с часами. Я их очень часто ношу, мне нравятся, они такие необычные, все переливаются на ушках. То есть когда вот не нужно, чтобы было чего-то много, а вот просто чтобы, ну, что-то блеснуло, так привлечь внимание к ушку, то лучше всего какие-то небольшие стразики, чтобы были в украшениях. Ну и, наверное, это будет здесь то, чего я боюсь и хочу, и боюсь. Да, да, да. А запечатали-то как? Сейчас все извлеку, покажу вам. Вот эти серьги вот с жемчужинками, они мне в принципе не очень нужны, но все равно жемчуг иногда бывает нужен. Но вот эти вот олени и снежинки, это просто какое-то чудо. Посмотрите, какие они хорошенькие. Я даже не представляю, что мне теперь делать. Я хочу померить, ну, приложить к ушку. Сейчас мы это сделаем. Мы берем снежинку и прикладываем к ушку. Ну, правда ведь клево, а? Это же они так сияют. И хочу оленя попробовать. Олень — это вообще что-то фантастическое, потому что вот снежинки есть у всех, как бы, а вот оленя я ни разу не видела. Смотрите, его сразу так не рассмотришь, нужно будет рассматривать. Это будет очень сильно привлекать внимание к ушку. Ну классно же, а? Надо такое придумать. Мне очень понравилась эта идея. Так, сейчас все сложу. Вы, конечно, сами решаете. Мне кажется, там и цена очень привлекательная в этом наборе. И у нас осталось посмотреть только вот такую шапку с помпоном. Я ее заранее извлекла из целлофана, чтобы не шуршать. Но шапку я еще не смотрела. Она плотненькая. Сейчас я посмотрю на просвет. Но я не могу сказать, что она для зимы, потому что я, ну, вязка в один слой, но достаточно толстая, то есть она не двойная. Сейчас я ее буду мерить. Такой классный помпон, мне очень нравится расцветка, нежный такой розовый какой-то бежевый цвет и серо-зеленый. Кстати, очень интересные оттенки. Сейчас буду мерить, как она на голове. Она не очень сильно тянется, она не огромная. Ой, волосы убираем. Но она очень хорошо, у меня не маленькая голова, но она села очень хорошо по голове, можно вот так чуть-чуть приспустить. Но на сильный мороз ее точно не сможешь носить, а вот если с капюшоном, ну опять же, если помпон не будет мешать капюшону. Вообще такая милая шапка идет мне. Мне очень редко идут шапки, честное слово, а это мне даже прям понравилось. Жалко, что нам не прислали шапку с леопардовым принтом, хотела ее очень померить. Мне кажется, она милая. Все, снимаю. Приятно на голове, то есть нет, пряжа такая мягкая, комфортная, нет колючести в ней, то есть она прям такая мимишная. Не хочется даже ее снимать. И красивый принт в виде снежинок.
Вот теперь я вам показала все новинки, надеюсь, вы все хорошо рассмотрели, и вам теперь будет проще выбрать, что заказать себе или на подарки. Если видео полезное, с вас лайк, не забудьте ставить лайк, подписывайтесь на наш канал и нажимайте внизу на колокольчик, чтобы вам всегда приходили оповещения сразу, как только выходит новое видео. И если есть вопросы, пишите в комментариях под видео. А если у вас до сих пор нет дисконта в Oriflame на скидку от 20% и до 80%, то напишите мне или заполните прям заявку, которая под этим роликом, а я с вами сразу свяжусь. Все, теперь точно пока-пока, отличного вам каталога.